Не обязательно, чтобы Шуши превратился в несчастный, унылый, неармянский город. А теперь Арцах – азербайджанский. Что я могу сказать? Ситуация среди армянского населения, проживающего в Карабахе, остается напряженной. Как пишет ереванская Агропарак, пресс-конференция премьера Армении Никола Пашиняна 24 декабря и несколько сделанных после нее заявлений всколыхнули армянское население. Люди обеспокоены тем, что Армения отказывается от них и думают, что Пашинян готовит почву для окончательного отказа от процесса заботы об Карабахе и ведения переговоров о нем, пишет издание. Как утверждает автор заметки, армянское население считает, что Армения уже достигла договоренностей с лидерами Азербайджана и Турции и будет двигаться по их сценарию, в котором нет независимого Карабаха. По информации издания, количество людей, намеревающихся эмигрировать после пресс-конференции Никола Пашиняна, резко увеличилось, и даже те, кто прежде говорил, что никогда не уедут из Карабаха, теперь думают об отъезде. И даже если они сами останутся, они хотят вывести свои семьи. Люди говорят, что Пашинян решил отдать Карабах раз и навсегда, пишет Грапарак. Что думаете вы? Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте.